прошлом году по причинам, связанным с употреблением алкоголя, почило 100 тысяч человек. Ваше здоровье. Тёлку звоним? Если приезжает тёлки, я сразу сваливаю. Это не как в прошлый раз. Я ж та видел всего одну в темноте с пьяной в этом клубе. Я к ней нежно тянусь. Вдруг мне резкий язык в рот, да как швейная машинка. У меня так чуть голова не оторвалась. По вашей вине мне пришлось совокупляться с этим членистоногим. И языком там. Я почему лысый? Ты знаешь, кто сюда придет, ма? Ковалевская? А ты завелся? Она вообще замужем. А ты-то куда, отец героини? Просто спросил. Как она мне нравилась. Сколько мы не виделись? 15-20. Я так соскучилась по вам. Здравствуй, юность! Друзья мои, а вот с этой минуты я вообще врать перестану. А я тоже не буду врать. Задай мне любой вопрос, а я отвечу правдой. Ну, коль пошла такая пьянка, у меня есть к тебе вопросец. У меня тоже. Тоже всю правду. Понеслась. Когда ты в последний раз занимался онанизмом? Да! А вот вы своей любимой супруге Полине изменяли? Да. А я про первый раз. Гена, это было не с тобой. Толя! Мой лучший друг! А ты мел мою жену! Как Монику, сука, Белучи. Ну давай, говори! Я тебе прощаю, брат! А это пускай вот он тебя прощает! Парень, закройся своей правдой! Толя, спокойно, спокойно! Чего ты? Я же не женился! Пойду ударю. О, у меня балкон в аварийном состоянии! Рука! Что соседи подумают? Ну, посмотри на меня. Чего? Ты подонок. Уже видно? Да.